что я, сука, волнуюсь, я нажимаю слишком рано. Я бы хотел сказать пару слов насчет того, что я вчера говорил. Во-первых, 1000 чертей. Яр. Во-вторых, каким хером я это сейчас флюкнул? То, что я вчера говорил. Если ты, ну, будешь думать о концовке достаточно, то есть будешь считать, что здесь концовка, она реально слишком сложная, и ты ее будешь достаточно практиковать. То есть, как я говорил, ты будешь джаджить ее. А правильным образом, то ты ее можешь просто флюкнуть. Поэтому я как только дошел до последнего стритфа, я его флюкнул. Это первый уровень Акуна-Куна, который я флюкнул. В плане концовки. Я немного такого действия не ожидал. Стримляю 20 минут сегодня, я только стримил. Я просто взял и прошел его за 15 минут. До этого я еще практиковал. Ну, то есть я шел к этому буквально все лето. Я сейчас четко помню, после того, как я прошел Мику, у меня было 569 демонов. Это было 14 июня вроде бы. То есть сейчас какое число? Сейчас 26 июля. За полтора месяца я собрал сколько? Если посчитать, то это будет 431 демон получается, да? 431 демон за полтора месяца. Конечно, можно было и лучше, я там некоторые дни вообще не играл. Но это уже супер достижение, ёпта. Я потом это нарежу на клип. И я выпущу еще на YouTube. Я хочу сказать спасибо всем, кто... Я знаю, что слишком громкое. А я надеюсь, меня там нормально слышно, да? Вот. Вот. Хоть и Frozen иногда кидал говнодемоны, но... Eventually я их проходил, и он и так много рекомендаций кидал. Еще была куча дебилов из Телеграма, которые кидали мне рекомендации. Но overall еще по некоторым листам Алишки и по листам Тинвича, по старым левелам, где-то штук 20 я оттуда прошел. Даже я сейчас сделаю так. Поэтому у меня все получилось пройти. И вот. И скоро будет еще топ-10 Украины по демонам, по количеству демонов. Поздравляю с 1000 демонов.